покормить своих аквариумных рыб очень много. Это дело обыденное, и у каждого аквариумиста есть свои любимые корма и способы кормления. На канале ПАР мы говорили неоднократно о всей важности этого момента, и именно поэтому на канале ПАР так много обзоров на различные корма. В этом видео я хотел бы вам представить еще один очень интересный, на мой взгляд, корм от компании Tetra, Tetra Fun Tips. О нем в этом видео мы сегодня и поговорим. Этот корм представлен в таблетках, которые прилипают к стеклу. Нетрудно догадаться, как это будет выглядеть. И в конце этого видео мы обязательно покормим рыб этим кормом и посмотрим, насколько он им интересен. Более того, я неоднократно говорил о том, что рацион у всех жителей аквариума должен быть разнообразным. Этот корм один из способов не только разнообразить питание, но и развлекаться самому. Ведь все рыбки подплывают к стеклу. Каждую из них можно поближе рассмотреть, и это важный момент. Вообще, на внешний вид рыб необходимо обращать внимание регулярно для того, чтобы убедиться, что все здоровы. Помимо этого, их можно сфотографировать или заснять на видео, даже посчитать при необходимости. Не секрет, что есть очень стеснительные виды рыб, которые редко радуют своим присутствием аквариумистов, выплывая из зарослей раз в месяц. Благодаря корму Tetra Fun Tips такая рыбка наверняка покажет себя. Но прежде чем мы пойдем кормить этим кормом моих рыб, я хочу немного о нем рассказать. Данный корм разработан и производится немецкой компанией Tetra. Встречается во всех регионах нашей страны, и его достаточно легко найти или в крайнем случае заказать в интернет-магазине. От других кормов отличается высокой вкусовой привлекательностью за счет того, что в состав этого корма входит дафния, артемия, криль и креветки. Корм Fun Tips относится к кормам премиум-класса и содержит все необходимые питательные вещества, жиры и, конечно же, микроэлементы для здоровой жизни аквариумных жителей. Как видите, таблетки двухцветные. Оранжевая часть таблетки содержит каротиноиды с добавлением креветок. Эти ингредиенты способствуют усилению яркости окраса рыб, а зеленая часть включает ряд растительных ингредиентов. В состав таблеток Fun Tips Tablets входят компоненты животного происхождения, которые составляют более 20% от общего количества ингредиентов. К тому же в их составе присутствуют и растительные ингредиенты, включая несколько видов водорослей. Таким образом, таблетки Tetra Fun Tips Tablets на 42% состоят из протеина и на 5% из жиров. Замечу еще один немаловажный момент. Эти таблетки подходят абсолютно для всех видов рыб. К стеклу аквариума прилипаются достаточно легко и держатся достаточно прочно. Ну а теперь пойдемте покормим рыб этим прикольным кормом и посмотрим, насколько он хорош. Thank you.
Ну как вам, друзья? Обязательно напишите в комментариях, понравилось вам, как это выглядит, и пробовали ли вы кормить этим кормом своих любимцев. Поделитесь своим опытом, мне будет очень интересно почитать. Не секрет, что многие подписчики изучают не только видеоматериал, но и комментарии, которые каждый из вас может оставить. На этом у меня все, до встречи в новых видео на канале ПАР. Пока!